сейчас мы будем снимать очень важный микрофон. Очень важную программу, очень важную программу. Мы должны это посмотреть. Давайте так, ребята, посмотрите. Очень классно. Молодой человек. Здравствуйте, как ваши дела? Ну, офигенно. Точно? Да. Охренительно. Где вы находитесь сейчас? Мы находимся в МГУ, здесь самый... Еще раз, еще микрофона не было. Здесь самые замечательные... Вас не слышно было, да еще раз! Замечательные люди, они тут колят ручками. Ладно, пойдем дальше. Извините, пожалуйста, как вы относитесь к людям? Блин, найдите того человека. Хорошо. А кто для вас люди в жизни? Извините, как вас зовут? Михаил. Как вы относитесь к анальному сексу? Не усложняйте. Какого цвета учебник? А шланг? Вы пользуетесь шлангом? Не разговаривайте, чуть пошли. Вы пользуетесь шлангом? А моя мама на прошлой неделе... Понятно. Извините, как вас зовут? Андрей. А почему вы курите? Вам нравится курить? Курение убивает, вы знаете? Зачем вы курите? Что вы курите? Покажи, что ты куришь. Кент, HD. Так, окей. Где моя ксива? Вы курите что-то плохое? Мы точно не курите траву? Федеральная служба по обороту наркотиков. Я курю только траву. Только траву? Да, я не курю. Окей, у вас будут проблемы. Да, большие проблемы. Еще раз скажите, пожалуйста. Извините, а почему вы стоите без ботинка? Почему у вас сапог на руке? Пожалуйста, скажите. Здесь принято носить сапоги на руке. Да, это МГУ. Илья, давайте пойдемте дальше. Пойдемте в здание. Смотрите на первом. Пойдемте в здание. Только на Первом канале. Программа «Максимум» — показать все, что скрыто. Здравствуйте. Молодой человек, подождите. Стойте. Не ругайте. Пидорасы бегут. Молодой человек, здравствуйте. Как вы относитесь к хомячкам? Никак. Почему? Ну, давайте поговорим для начала. Хомячки – очень дружелюбный, ну, не народ, а животные. Что для вас хорошего в жизни сделали хомячки? Ничего. Но я им благодарен. Благодарен? Да. Кому еще вы благодарны в жизни? Никому. Только что хомячкам? Что вы здесь делаете? Я здесь буду преподавать. А вы сможете пробежать 100 метров? Не удивляйтесь, это микрофон. Мы потом микрофон вставим да. в монтаже. Вот, да. На самом деле, что вы здесь делаете? Да? Что вы ждете? Преподавать. А моя мама на прошлой неделе... Понятно.